Леонов Иван Михайлович родился 8 мая 1923 года в селе Беломестная Кривуша, ныне Тамбовский район Тамбовской области. Лейтенант Иван Михайлович Леонов проявил себя в операциях по прорыву укрепленной полосы противника на Бобруйском направлении. Принимал участие в уничтожении окруженной группировки противника на Первом Белорусском фронте. Участвовал в Восточно-Померанской операции и в прорыве укрепленной полосы на западном берегу реки Одр. Старший летчик 569-го штурмового авиационного полка лейтенант Леонов, летая на штурмовике Ил-2, к маю 1945 года совершил 106 боевых вылетов, нанес противнику большой урон в живой силе и боевой технике. Им было уничтожено 8 танков, 108 автомашин, 6 паровозов, 120 повозок с военным имуществом и войсками. Подожжено 130 вагонов, взорвано 11 складов с горючим и боеприпасами. Подавлено 56 артиллерийских батарей, убито и ранено свыше 300 вражеских солдат и офицеров. 18 августа 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм лейтенанту Леонову Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Иван Михайлович Леонов умер 21 ноября 2000 года.